мы выбираем. Мы знаем Светлану Крючкову как потрясающую актрису, но на гастролях в Америке она назначает вам свидание, как великолепный рассказчик, исполнитель песен, проникновенный интерпретатор поэзии Цветаевой и Ахматовой. Как клинописи жесткие страницы, страдания выводят на щеках. В Кремле не надо жить, Преображенец прав. Здесь древние ярости еще кишат микробы. 2 ноября в Торонто и 4 ноября в Монреале. На такое свидание нельзя не прийти. Я не продаю пакет. Я говорю, ну тогда подарите. Она говорит, нате. Не подменили жизнь. И он почему-то решил, что вот я именно еврейская мама, вот я есть воплощение еврейской мамы. Назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле.